программе «Активное долголетие» присоединяется все больше и больше люберчан. Одним из популярных направлений губернаторского проекта – скандинавская ходьба. Занимаются более 50 жителей городского округа. Наша съемочная группа встретилась с командой спортсменов и наблюдала за их тренировкой. Мне все-таки 65, но я себя на 65 не чувствую. Чувствовать себя моложе коренной люберчанке помогает активный образ жизни. Уже полгода Ирина Римаренко не принимает лекарства от повышенного давления. Химические препараты пенсионерка заменила скандинавской ходьбой. Первые месяцы занималась самостоятельно. На лыжах мне уже тяжеловато, а вот ходьба как раз очень хорошо для нашего возраста. Давление сразу упало. Так я всем советую. Мне это очень нравится, поэтому, наверное, мне бы вот хотелось бы, чтобы все ходили. С приходом программы «Активное долголетие» Ирина Николаевна занялась скандинавской ходьбой на новом уровне. Под руководством профессионального тренера и в компании единомышленников. Отлично. Следующее упражнение – волна. Руки сцепили и поехали. Раз, два, три, четыре. Совместные тренировки стали для этих людей неотъемлемой частью жизни. Два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, они собираются в парке и преодолевают несколько километров. Самочувствие потихоньку улучшается, когда мы постоянно занимаемся тренировками. Как правильно шагать и рассчитывать нагрузку, подсказывает профессионал. Скандинавская ходьба – это не просто прогулка с палками. Здесь есть определенные правила. Мы проходим в среднем 3,5 километра, поскольку внимание уделяем первой технике. Это сочетание кардио и нагрузки и силовых нагрузок в пределах тех возможностей, которые имеют спортсмены. Завершается занятие совместным чаепитием у самовара. Команда намечает спортивные планы и обсуждает пройденную тренировку. Ой, ну какая классная тренировка сегодня была. И погода великолепная, и народу было много. За 2,5 месяца люберецкая команда «Торпедо» выросла. Причем не только по количеству участников, но и профессионально. Спортсмены активно участвуют во всех значимых мероприятиях и уже успели завоевать 10 медалей. Луиза Игазарян, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.